У нас все получится! Солнечный день, боевой настрой и как минимум целый учебный год подготовки в этом помогут. ЕГЭ по математике в Татарстане сегодня пишут 11 650 выпускников. Сейчас не очень так спокойно, потому что ЕГЭ как бы определяет всю твою будущую жизнь, и нужно прям хорошо подготовиться, чтобы сдать. На базовом экзамене те, кто связывает будущую профессию с математикой, не планируют. А вот для аттестата царица наук нужна каждому. Экзамен – это серьезное дело. И все зависит только от нас самих. Нужно верить в себя в первую очередь. Начинать надо с легкого, а потом возвращаться к сложному. Если быть уверенным в себе и спокойно прийти на экзамен, то можно спокойно сдать и на пятерку, и на 100 баллов. Металлорамка, строгий досмотр, и можно за парту. Кому-то сегодня достался кабинет не для суеверных. Волнуюсь, и вот номер как раз подбил конкретно. Ну, сейчас уже нормально, более-менее остываю. Надеюсь, напишешь. Базовый экзамен сегодня сдают почти две трети татарстанских выпускников. Остальные выбрали математику в профильном, усложненном варианте. Его напишут в эту пятницу. А кто-то, на удивление, заявился сразу на два математических ЕГЭ. Один экзамен для получения аттестата, на всякий случай есть такие выпускники, а другой экзамен, получается, проверяет у нас выпускники продвинутые для того, чтобы проверять свои силы и какие будет возможность для поступления в высшее учебное заведение. Материалы в этом году впервые получают на дисках, чтобы напечатать прямо в аудитории. На решение 20 задач 3 часа. По правилам, с этого года нельзя снимать не только сам экзамен, но даже раздачу бланков. Единственные камеры, которые остались в школе, это камеры видеонаблюдения. А нам остается только пожелать выпускникам удачи. Свои результаты они узнают через 10 дней. Лина Санатольевна, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.